В Нефтеюганском ЗАГСе по будням регистрируют только беременных пар, имеющие совместного ребенка, а также тех, кто передумал и решил жениться снова после развода. Впрочем, и на выходные дни особого свадебного ажиотажа до сих пор не наблюдается. Массовые мероприятия все еще запрещены. На регистрации могут присутствовать только невеста, жених и фотограф. Все в масках. И, как отмечают сотрудники комитета записи актов гражданского состояния, многие молодожены устали ждать финала пандемии и перенесли торжество на 2021 год.